после поражения от чемпиона, наверное, тяжело было настроиться на этот матч? Да, настрой был, в принципе, такой же, как и всегда, игровой. Знали, что команда играет очень плотно, не давала нам выйти со своей половины практически на протяжении всего матча. Но, собственно, мы к этому привыкли, воспользовались своими контратаками. 2 или 3 гола были забиты в пустые ворота. То есть, как есть плюс тактики игры, что также много минусов. Постарались воспользоваться всеми минусами этой тактики. Мы знали, что Кастилья — это, наверное, единственная команда, с которой нам, ну, вообще шансов практически не было на победу. А здесь команда уже знакомая, которую мы и обыгрывали, и поигрывали, так что знали, что добиться положительного результата можно. Наверное, тебе она была очень хорошо знакома, потому что дал 3 голевые, 2 мяча забил, с этими ребятами встречаешься чаще, чем остальные. Вообще знал, кто у них будет сегодня играть, и, может, даже слышал что-то в вузе, они между собой разговаривали, как будет с вами играть или нет? Ну, насчет разговоров не слышал. Ну, я думаю, они знают, как с нами надо играть. А так, да, мы очень часто с ними играем. И в студлиге уже, по-моему, 5-й матч. И в Лиге Лати частенько с ними встречаемся. Так что, ну, в принципе, знали, как они будут играть. Главное, от нас было необходимо сыграть надежно. В обороне, в первую очередь. Ну, и найти свой момент. Ну, 3 автогола очень хорошо сыграли в обороне сегодня, я думаю. Ну, все. Больше нечего добавить. Знали, что «Волна» — это команда, которая использует своего голкипера, который забивает, потому что он забил. Вообще, как-то к этому готовились? Была установка накрывать его удары или просто играли уже по сопернику, просто потому, как они катали мяч? Ну, наверное, все-таки уже в ходе игры подстраивались под соперника, потому что в любом случае сегодня команда играет так, а завтра кардинально меняет тактику, то есть подугадать, в принципе, невозможно бывает. Так что уже в ходе первого тайма подстроились под игрока, вели 3-1, но потом пропустили свои случайные 2 гола, чуть-чуть выбило из колеи, но хорошо, что смогли собраться. В этой «Волне» нам стабильно в каждом матче забивает, так что уже перед игрой держали в уме, что будут пропущены мячи. Ну, главное просто было забить больше, что нам сегодня удалось. Тогда вот последний вопрос. Подводя итоги вообще этого сезона, остался один матч с «Инженером», конечно, будет сложный, в принципе, даже матч, скорее всего, за 3-е место, потому что не могут, в принципе, бороться. Но вот так вот, как будете готовиться к «Инженеру»? И второй вопрос, это вообще довольны тем, как сложился сегодня этап чемпионата? Ну, что касается меня, как сложился осенний этап, в целом доволен, но есть как бы моменты, которые можно было избежать. Можно было и выигрывать Сосуоло, можно было и старт сезона начать лучше против Шаду Суперлоки. Остается, я думаю, решить игра с «Инженером». Если добьемся победы, то останемся на 3-м месте, и уже будет какой-никакой задел на следующий круг, и команда будет чувствовать себя уверенней. Вот. Если все-таки проиграем, то главное не поплыть, не потерять эту уверенность и провести следующий сезон, по крайней мере, следующий этап не хуже первого. Ну да, мы уже довольны тем, как складывается ситуация, потому что набрали очков больше, чем в прошлом сезоне. Тогда у нас было всего 29, сейчас уже 30. Хотелось бы, конечно, сыграть с «Инженером» достойно и сохранить 3-ю строчку, но там уже время покажет, как оно будет. Спасибо.